имени Гаврила и по фамилии Державин. Влюбился в гордую царицу, да и замужнюю к тому же. Влюбляться было бы не нужно, учтя устав солдатской службы. Солдат ведь присягал престолу, а там сидел царицын муж. Согнать оттуда мужа и посадить взамен царицу. Солдат был в этом деле тверд. Царица правила без мужа и правила его не хуже. Но тут внезапно и не кстати явился убиенный Петр. Он так любил свою царицу, что постоянно рвался в бой. Бой, бой! А отстояв ее от мужа, он в тот же час, в минуту стужа, талант поэта обнаружил, в стихах воспел свою любовь. Сочинял за одой оду. Они как раз входили в моду. Он отдавал литературе весь свой талант и ум, и пыл. Когда ж на свет явился Пушкин, поэт от пяток до макушки. Старик тотчас его заметил и в гроб сходя благословил. Я подобна. Я ба-да-ба-дам, я ба-да-ба-дам.